Так, друзья, давайте на этом примере, на этом креме мы посмотрим, сколько мы можем заработать. Смотрите, 200 тысяч рублей. Так как Яндекс плохо передает информацию о себе, сколько он продал и сколько вы заработали через аналитическую программу здесь, мы можем спокойно умножить на 2. Даже здесь около 400 тысяч продаж. На эту сумму здесь продали этого крема. А самое главное, сейчас на крем нету комиссия от Яндекса. Вы, получается, платите только за доставку. А доставка кремов происходит где-то около 50-100 рублей, ну максимум 100 рублей. Итого, вы продав этот зеленый ценник, вам нужно отсюда вычесть максимум 100 рублей, ну и 6%. Это где-то, давайте, здесь 400 рублей пусть будет, потому что зеленый ценник за свой счет Яндекс вам делает скидку. Поэтому здесь около 400 рублей ваша розничная цена. Мы минусуем 6%, это около 35 рублей и 100 рублей. И получаем 300-260 рублей. Крем создать такой флакон, и сам крем будет стоить около 50 рублей, если брать большое количество. Все, мы находим этот крем другого похожего на рынке садовода. Потом, когда мы раскручиваемся, мы можем уже делать свои названия. Это не сложно, это не так дорого происходит. На самом деле все боятся, что свой бренд — это дорого. Здесь это не так. Можно с кем-то разделить сертификат. Но начинайте на Яндексе, вообще они на сертификаты не смотрят, и можно спокойно начинать продавать. Потом, в дальнейшем, заработав на это, вы уже возьмете себе сертификат. Так все делают, и вы тоже не переживайте. Начните, главное, продажу. На кремах сейчас очень выгодно продавать. Расскажу, какие еще есть у нас варианты. Это на ботинках, кроссовках, сапогах, одежде, практически всей, для детской одежды тоже вы это сейчас можете прям взять и продавать. Не надо будет платить комиссию, это выходит выгоднее, чем на Авито. Просто оплачивайте, да, налог, но зато вы честно, не потом спите спокойно, и доставку. Но опять же, вы все это добавляете в стоимость товара. У вас тем самым будет дешевле, чем на остальных маркетплейсах, потому что те же ботинки, идет комиссия 18% на Wildberries и также на Озоне. Поэтому у вас экономия огромная здесь происходит, и вы можете здесь очень хорошо заработать на том же Яндексе. Какой еще плюс у Яндекса, что реклама очень и очень выгодна. Здесь на 1000 показов будет стоить вам 50 рублей максимум. Вот эти недорогие товары вообще по 30 рублей. Будет показываться везде, в самом Яндекс.Маркете, также в поисковике. Ну, короче, везде-везде, где Яндекс может дотянуться до своих покупателей, предлагая ваш товар. И вы тем самым будете делать намного больше продажи. Здесь тоже достаточно много фотографий, это очень хорошо, не как все делают, чаще всего 2-3 фотографии добавляют, и продажи, естественно, у них не так много. Здесь все сделано правильно, поэтому и продажи идут достаточно хорошие. Я еще раз повторяю, что у Яндекса показы неверные, показаны их намного больше продаж, чем здесь сделано. Поэтому спокойно можно расти, создавать. Вот видите, просто идет продаж у человека, и вы можете это все сами также повторить. Вот здесь подсказка от Китая, сколько стоит у них все создать, эти крема, какие цены. Также в России намного дешевле все это можно сделать. Также есть производство, которое находится в Краснодаре, вы также закажете под своим именем и будете его продвигать. Это очень классно. Это вначале, да, нужно вложиться, но зато потом эта реклама будет вам отдаваться в 1000 раз, 1000% даже будет возвращаться эти все деньги. Поэтому если у вас есть сейчас деньги, вы в это вкладываете, в собственный бренд, и продвигаете с помощью тех же внешних трафиков, с помощью соцсетей, рилсы, шотсы, тиктоки, все оттуда можно гнать трафик, и с одного трафика можете здесь сделать и миллион. Это есть доказательства, есть примеры этого, я очень много их встречаю и сам тоже также продаю. Поэтому в Яндекс.Маркет прямо сейчас заходи, я тебе дарю еще промокод на 10 000 рублей, так я сам партнер Яндекса, сам там торгую, сам помогаю новым продавцам продавать. И поэтому, если ты хочешь зайти сюда и у тебя есть вопросы, то обращайся ко мне, без проблем, тебе подскажу, расскажу, я не влом, я готов помогать, чтобы сам
Яндекс продвигался, и также чем больше здесь продавцов, тем больше сюда заходят люди, и наши товары также будут продаваться. Поэтому я готов помогать вам на любых началах. Просто спрашивайте и продвигайтесь. Забирайте обязательно промокод, который будет в описании, и здесь напишется, и вы легко запустите. Здесь ничего страшного нет. Запустить на Яндексе, не платя. Вам еще Яндекс заплатит за то, что вы запустите здесь. И поэтому надо именно делать сейчас, пока есть такая возможность, не платить никаких комиссий маркетплейсу, а только чистый доход забирать себе по максимуму. Здесь себестоимость вы получаете в 200 раз больше. 100 потратили, 200 заработали. Это классный вариант сейчас именно заработать вместе с Яндексом. Так что давай вперед, не бойся. Всегда можешь спросить меня, я тебе подскажу, как здесь расти, как продвигаться с любым товаром. Так что давай, до встречи в следующем видео.